Вітаю! В прямому ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. Сьогодні ми говоримо з нашим гостем Олексієм Бондаренко, спортсменом, про силу волі, про те, що нічого не стоїть на заваді, якщо ви хочете займатися спортом. І як досягти успіхів у спорті. Доброго дня, пане Олексію! Доброго здоров'я! Звіньте, що я на русскому, тому що всі говорять на українському, це буде не дуже красиво з моєї сторони. В плане, что я не знаю досконально украинского. Я скажу вам большое спасибо, что вы меня пригласили на прямую трансляцию. Мне есть всегда с чем с людьми поделиться. Я очень вам за это признателен. Дякую, що ви до нас добралися. До речі, пан Олексій до нас приїхав на велосипеді. Так що це вже початок якогось, не знаю, для когось це може бути поштовхом купити собі велосипед і почати займатися спортом. Розказуйте, пане Олексію, зараз всесвітня пандемія коронавірусу зупинила будь-які спортивні змагання, заняття спортом у любителів. До речі, от до ефіру ми з вами говорили про те, що ви фізкультурник. Розкажіть нашим телеглядачам різницю між спортсменом і фізкультурником. Да, я 25 років займався спортом професіонально. Спорт професіонально – це регулярна підготовка до соревнувань, участие во множеством соревнований. Разные периоды подготовки, это подготовительный период, соревновательный, восстановительный. Сейчас же я занимаюсь физкультурой, потому так как я в этом деле в спорте и физкультуре специалист, много об этом знаю, практикую, тренирую. Также я сейчас и занимаюсь реабилитацией и восстановлением пациентов, клиентов. Тоже также им рекомендую восполнять свою двигательную активность каким-либо спортом, либо физкультурой. Чем отличается спорт от физкультуры? Физкультура – это все во благо здоровья. Кардионагрузки, упражнения, разные направления нагрузок – это силовая, там, кардионагрузка. И спорт – это род деятельности человека для подведение себя в максимальную перформу для показания максимального возможного с собой результата. Сейчас я себя не подвожу до перформы, может быть, там, я поддерживаю форму максимум там, на 60-70%, просто для себя, для здоровья, не выкладываясь на 100%. А если какие-то подходят соревнования, если я подвожу там на 70-80%, а на старте могу выдать 100, знаете, как любое механическое действие или биологическое, в моем случае, мотор надо дать сюда ему на максимум проработать для того, чтобы, опять же, на максимум и постоянно поддерживать какую-то форму. Ну, на соревнованиях ему себе дать позволить выложиться на 100%. Но поскольку они нечастые, максимум там раз в неделю, раз в месяц, я могу себе позволить такие нагрузки. И все это, опять же, для того, чтобы поддерживать уровень здоровья, то, что я рекомендую своим пациентам, клиентам, просто восполнять двигательную активность, зарядка, пробежка, какие-то либо спортивные игры. Это все во благо здоровья. Но опять же, не на высоком пульсе, не на максимальной нагрузке. И поскольку я уже спортом не занимаюсь профессионально, позволяю себе такие вот занятия. Это плавание, бег, велосипед. Просто для того, чтобы давает какую-то нагрузку сердцу, мышцам, держу себя в тонусе. Тому що це необхідно для здоров'я. Так, це нужно каждому для здоров'я, а тим более, если я займався спортом професіонально, 25 лет я работал над собой на максимальных нагрузках, и сейчас я, если я это все оставлю, занятия спортом, то у меня начнутся проблемы, как у многих спортсменов профессиональных. Начинаются проблемы там, ожирения, проблемы с внутренними органами, если они прекращают заниматься спортом.
Это часто такое наблюдается. А у меня сейчас здоровье, слава богу, хорошее, благодаря тому, что я занимаюсь физкультурой. А, тобто, дивіться, в мене зараз запитання, як у, ну, скажімо, профана, да, в спорті. Ладно, я фізкультурниця, добре, я теж зрозуміла, що я фізкультурниця. От ви говорите, що фізкультура – це для здоров'я. А спорт виходить не для здоров'я. Тобто, ну, дивіться, я чого запитую, тому що от мій дядько, він тренер з хокею, да? І я знаю його всі проблемні, да, місця, пов'язані зі спортом в плані здоров'я. Да? Це і ноги, це і серце, це і судини. Тобто, і він мені завжди говорив, що, знаєш, професійний спорт – це, ну, він псує здоров'я. Ну, от якось не псує, але якось таке було формулювання, що від цього здоров'я не прибавляється. Чи це так? Ні, це совершенно не так. І несу поправочку, тому що я як тренер нинче займаюся з малышами, учу їх боксу, опыт колосальний, ділюсь з ними опытом, учу їх как возможно будущих спортсменов. Сейчас у меня больше как группа здоровья, где-то, если я увижу ребята способные и с желанием, я буду их вести как спортсменов. Я хочу говорить, что спорт профессиональный, если правильно подводить спортсмена к соревнованиям, давать ему определенные нагрузки, физически, функционально их вести правильно, до пика формы в определенный момент, где он может выстрелить, в кавычках выстрелить, и показать результат, потом его период восстановления, подготовка дальнейшая. Спорт профессиональный, часто бывает, что тренера выжимают из спортсменов максимум возможно, потом часто получается, что когда он уже не спортсмен, это уже отработанный материал. Так бывает, часто происходит. Либо тренер подведет своего спортсмена к пику формы неправильно, непоэтапно, неграмотно. Тогда, возможно, у спортсмена происходит сбой функциональный из-за неправильной нагрузки. Вот чем отличается спорт профессиональный, и специалисты, профессионалы своего дела, тренера, должны знать, как это все делать грамотно. Вот. А если вести спортсмена грамотно, правильное питание, правильно подводить его форму, правильное восстановление, тогда это только здоровье. Спорт профессиональный – это тоже здоровье, если все делается очень грамотно с специалистами высокого уровня. Дякую за питание. Алексей, добрый день. Вот велосипед стал вашим другом. Сколько вы можете проехать на велосипеде? Какие вы нагрузки, ну, по себе позволяете? Нагрузки за прошлые выходные, воскресенье, мы с ребятами поехали группой в Запорожье и обратно. Получилось у меня 167 километров. 5 часов 4 минуты работы. Ну, мы там где-то останавливались, выпить, там, перекусить, сфотографироваться, как сейчас без Инстаграма и Фейсбука. И вот так все, ребята работали, выполняли определенную работу, провели несколько атак, в кавычках, это разгонялись на полную. Я 4 атаки выдержал, на 5-ю выпал. Уже с Волоскова Днепр доехал сам. А так, ну, то, пока я больше 200 не выезжал, 200 километров. Я ездил 200 на протезе, на разделочном велосипеде, просто привыкал к посадке на этот велосипед, там, своеобразная посадка. Ну, такие нагрузки тоже я себе позволяю раз в неделю на высоком пульсе. Почти на максимуме, когда ребята сильно начинают раздавать, в кавычках, и я стараюсь их держаться. Будет что удержаться за группу. Ну, а так, в принципе,
Ну, подкатывается. Сейчас такое время пандемии, этот коронавирус. Коронавирус. Сейчас трактор не ходит и двигаться надо, разные там задачи выполнять, не сидя в интернете. Планирую так свои поездки на велосипеде, чтобы в промеж проделать какую-то легкую тренировку для поддержания формы. Да, Алексей, расскажите, как вы бывший боксер, как вы пришли к триатлону? Это все-таки спорт железных людей, вы хотите испытать свой организм максимально, на що він способен. Я, до речі, поки Олексій не відповів, хто з наших телеглядачів не знає і не видно, Олексій займається спортом на протезі, ну, тому просто, щоб розуміли глядачі, до чого ми задаємо ці всі запитання. Да, ви знаєте, ну, я коли попав в аварію, Льоша прикованные койки, мне там было все сложно, еще ногу не ампутировали. Я думал, чем я буду заниматься во время, когда я выйду, когда меня оздоровят. Я хотел, чтобы мне ногу сохранили. Это было непросто, прошло много операций, которые не приводили к успеху. Я думал, чем я буду заниматься, когда я стану инвалидом. Понятное дело, что я занимаюсь спортом. Я вот тогда был действующий спортсмен на тот период, когда произошла авария. Я очень много ездил раньше на велосипеде. Когда я боксировал, я на работу ездил на велосипеде, на тренировки ездил на велосипеде, ездил мощно, быстро. Сердце могучее, мог себе позволить ездить долго и очень быстро. Я подумал о том, чтобы заниматься велоспортом паралимпийским. Уже лежа в койке, еще без ампутации, я уже узнавал, что, где, как заниматься паралимпийским велоспортом. Ну, когда у меня ногу уже ампутировали, была такая необходимость, ее спасти было невозможно. А если и возможно, то это бы еще очень долго я лечился, и очень много было бы операций. А поскольку операции очень сугубительно к моему здоровью, в итоге получается, что каждая операция – это рубец на сердце. Вот. Я это все в это отказался, решил сохранить свое здоровье и заниматься велоспортом. Ну, вот так вот я, имея колоссальный накат уже на велосипеде до аварии, легко переключился на велосипед уже после аварии, после того, как я выписался из больницы. Ну, там длинная история, мы могли долго это рассказывать. Я не занялся велоспортом, потому что его не развивали. Я занялся лыжным спортом, мне очень понравилось, но там я физически просто не мог преуспеть, потому что у меня сложная ампутация, и классификация не позволяла мне показывать хорошие результаты. Ну, к примеру, в моем классе ребята катаются без двух ног, по самой, извините, не могу. У них длинные руки, а у меня полторы конечности. Это лишний вес, и конечности очень мощные, это много веса. Ну, я там просто физически не успевал показывать хорошие результаты. Потому что ребята, половинка, пусть меня просят, человека едут с легким весом, длинными руками, а я какой есть большой, тяжелый для своего веса с короткими руками, я просто не мог успеть. А так я провел 2 месяца на сборах в Буковеле, под Буковелю. Мне очень все понравилось, мне вид спорта и развитие, и обстановка, и условия, там, все на высшем уровне. Ну, покатался как турист. Мне сказали, Валерий Сашкевич со мной встретился лично, говорит, ну, Алексей, надо тебе заняться каким-нибудь другим спортом. Тогда прошел Кубок Украины, прошел Чемпионат Украины,
я там поэтапно наращивал форму, ну, приезжал последний. Ну, говорят, Алексей, извини, займись другим видом спорта. Ну, на тот момент было Паралимпиада 2012 в Лондоне. Наш Егор Дементьев, большой молодец, привез 2 золотые медали по этому виду спорта. И тогда начали развивать велоспорт в Украине. Первые сборы, прошел месяц, как я уже катался на велосипеде, вместе со сборами. Сразу же поехали в Мирано, в Италию, на Кубок мира. Я стал 20-й. Говорит, Алексей, с таким результатом занимается физкультурой. Ну, я, они сказали мне не так, а сказали, занимается другим видом спорта. Я другого вида спорта не вижу, мне не интересно толкать ядро по 300 раз в день, к примеру, или там копье. Я занялся физкультурой. Ну, вот так вот. Алексей, а в самой Паралимпиаде вы хотели бы поучаствовать, поехать? Да, мне представилась возможность, и я так посчитал, что представилась. Я готовился в Брежне, начал заниматься, вернее, не прекращал заниматься. Я участвовал одной ногой с двуногими ребятами на чемпионате области, ездил в гонки групповые. Я не самыми лучшими, не в первой группе заезжал групповые гонки на финиш, но с хорошим результатом заезжал с двуногими ребятами. Пускай меня простят, если я их подумаю, что я их обзываю двуногими. Я скажу так, я стал вторым на чемпионате области в гонке на время. Соревнуюсь с двуногими ребятами одной ногой. Второй на чемпионате области. Из 16 человек участников в моем классе. Спортсмены. Он показывал хорошие результаты. И думал, что я сопоставлял свои возможности с лучшими в мире ребятами в классе С2. Это ребята, которые едут одной ногой. Я думал, что у меня есть шансы попасть на пьедестал на Паралимпиаде. Ну, так получилось, что просмотрели классификацию в моем классе одной ногой. Там в правилах UCI, Международной Федерации Велоспорта, указано, что можно пойти в этот класс, если ампутация выше колена. А у меня ниже на 5 сантиметров, да? И меня бы не допустили в этот класс. Я готовился одной ногой, я все посвящал себя полностью поездкам одной ногой. Мне говорят, ты можешь поехать на мир двумя ногами, на протезе. Ну, я понял, что поеду туда туристом. Но, тем не менее, я занял 15 место. Есть чем внуком похвастать. Но, говорят, в сборную ты не попадешь, и лицензию на Паралимпиаду я не завоевал. Вот, я как Остап Бендер мечтал поехать в Рио-де-Жанейро. Да, но не сожжено, не свершилось. Вот я знаю, 2 года назад в Днепре вы пробежали 10 километров. Есть ли такие еще случаи в мире? Может, это достойная книга рекордов Гиннесса забег был? Вы знаете, да, я готовился. Спасибо нашему мэру города и многим людям, жителям нашего города и не только. Мне удалось купить протез для бега, на котором я готовился к разным стартам. Я участвовал в триатлоне, участвовал в забегах, в Днепре много раз участвовал, показывал хорошие результаты в забеге. Как бегун, спортсмен, я бежал очень неплохо. И в этом году я бы хотел выступить уже на полумарафоне у нас в Днепре в сентябре. Планируется 6 сентября вроде забег.
Ну, пока мы еще не готовились, потому что есть некие сложности с протезом для ходьбы, который тоже уже должен был быть готовым. Ну, из-за карантина производство остановилось. Олексій, скажіть, от якраз ви вже за карантин почали говорити про карантин. Якось карантин в зв'язку з коронавірусом змінив плани в змаганнях? Щось відмінилося, можливо, щось перенеслося на інший час? Є якась така у вас інформація? Ну, є інформація. Я в цей період вже участвував в многих соревнованиях в прошлому году. Далеко не заходіть. Сейчас же эти соревнования все отменили. Я, соответственно, сейчас не готовлюсь никаким стартом. И сейчас нет возможности бегать, только ездить на велосипеде без протеза. Плавательные бассейны тоже закрылись. Я не плаваю. Плавать в открытой воде, что я люблю больше всего. Сейчас пока мне холодно. Делать гидрокостюм – это дискомфортно. Оно, я считаю, что траченное время на одевание и переодевание и всякие методы уходом за костюмом, тратное на его время не окупится результатом. Що би ви порадили нашим телеглядачам, так вже на сам кінець, підсумовуючи нашу прес-конференцію, які, от ви сказали, сидять вдома в гаджетах або просто говорять, ну, карантин, що мені той спорт, там, я і так здорова людина. Що б ви порадили нашим маленьким телеглядачам, дорослим, як їм почати займатися спортом і чи потрібно воно їм? Да, я советую, рекомендую і желаю знаходити желание, возможность заниматься спортом, физкультурой, ходить просто выйти, прогуляться по парку, по аллее, по набережной, прогуляться просто пеше. Есть необходимость просто ходить, гулять, а не сидеть дома за компьютером или за телефоном. Находить возможность немного пошевелиться, пройтись по улице, пообщаться вживую с людьми, а не по телефону или в интернете, в чатах. Советую, рекомендую заниматься зарядкой утренней, там, гимнастикой, пробежки, прогулки. Не сидеть дома и заниматься своим здоровьем, думать о своем здоровье. Ну, правильно питаться, пить нужное количество воды, заниматься своим здоровьем. И тогда жоден коронавирус не причепится? Естественно. Я про этот пандемию и коронавирус, карантин, хотел бы сказать больше, но воздержусь. Ну, дивіться, в нас вільний майданчик, тим не менш, я бажаю вам міцного здоров'я. Я не знаю, Дніпро має пишатися такими людьми, як ви, спортсменами, фізкультурниками. Це якраз, шановні глядачі, той випадок, коли спорт – це життя. І, як сказав правильно Олексій, рухайтесь, рухайтесь і рухайтесь. І буде вам щастя, буде вам радість, досягайте успіхів, не сидіть на місці і привносьте в своє життя, пустіть в своє життя спорт, пустіть в своє життя радість, щастя та, попри все, будьте щасливими та здоровими. Дякую за увагу, до побачення.